Так, я сейчас иду в бамбуковые заросли, видите, здесь орангутанги живут. А в прошлый раз я, когда здесь была с дочкой, вот гляньте, какая бронзовая статуя орангутанга. А когда здесь дочка была, так интересно было, орангутанг сел очень-очень близенько к стеклу. И женщина ему показывала фотографии на своем айфоне, перелистывала. И он с таким интересом, или она с таким интересом рассматривал все эти фотографии. Ну вот прямо вот человечек. Так интересно было наблюдать. Сейчас посмотрим, что там у них сегодня. Я немножко ошиблась. Здесь шимпанзе. Орангутанги будут... Орангутанги здесь, ну, рядышком. Гляньте, играются. Чудики, они настолько близко ко мне находятся. Такой вот мелкий, молодой пристает к старому. Пытается ему чайник начистить. Какие классные. Гляньте, продолжает преследовать. Малой, продолжает преследовать. Как интересно. Главное, что вот этот вот взрослый отступает постоянно. Задумчивый сидит. Наблюдает за ситуацией. Продолжает. Дурочки. Встал, что ли, молодой? Шимпанзенок. Спрятался. А другой тоже такой же вот. Подоконник нашел, только с другой стороны. Ой, а вон вверху. Вверху кто-то восседает. И еще там маленький. Класс. Да. Я сегодня, видите, на представление попала. Это фото облый больше. Это облый. Какие уши у них огромные. Пойду орангутангов, еще они тоже смешные, такие прикольные. Так, а вот орангутанги. Гляньте, борются. Это два маленьких. Такие они смешные. Они прямо вот в одном здании, только с другой стороны. Ну, это же клетка, да, наверное, клетка за стеклом. Ой, какие прикольные. Вот, гориллы они какие-то сидят себе там, ничего такого прикольного не делают. А вот эти вот, что шимпанзе, что орангутанги. Орангутанги, наверное, мои самые любимые. Они такие смешные. От них больше зрелище интереснее. Вечно они что-то делают. В прошлый раз одному маленькому, на вот этого похоже, дали простыню. Так он с этой простыней бегал, знаете, как привидение. То на себя надевал и бегал, и прыгал с простыней. Потом подбежал к другому, накрыл его тоже простыней. Спрятались там вдвоем. Сегодня я простыни не вижу. Видите, ну вот они борются. Ой, какие приколисты. Тут посмотрю на других, на взрослых. А, я вот не знаю, с такой интересной мордой, то самка или самец. Сейчас я вам покажу. Потому что у них морды разные. У этих такие вот маленькие, там есть такая вот широкая. Сейчас увидите, о, что он нам показал. Так, вот один задумался. Сейчас я цвет, наверное, поменяю. Вот об этом я говорила. Гляньте, какая широкая морда. Они вообще такие умненькие. Ой, играется, ему так интересно, как она скользит. Я же говорила, все время от них можно дождаться какой-то активности. В то время как другие прячутся где-то.
Ой, ты мой хороший, задумался, задумался. Клубочком свернулся. Какой хорошенький. Глазочки такие. Кажется, что он такой миленький. Видите, какие глазочки. Так, цвет надо поменять. Вот немножко цвет другой. Все равно вот отражение. И вам не так видно хорошо. Гляньте, какой задумчивый такой мешочек. Какая прелесть, а? Вот они, видно, какие-то, вот эти орангутанги, более такие лояльные к людям, мне кажется. Потому что они очень любят подойти и пообщаться с нами. А вот малыш. Молоденький. Что тут творится, а? Борются, играются. Вот разве отсюда можно отойти? Ой, гляньте, подошел. Сейчас он, думаю, шкурку почистит. Тому не нравится одинокому. Видите, у него настроение совсем для другого. Ему хочется в задумчивости посидеть. Вот этим вот тут поиграться бы. Окей. Прикольно. Вот, вот этот вот крупный. Ну, что-то лицо спрятал свою мордочку. Мы хотим на мордочку посмотреть. Вот мордочка. Это такая странная, вот что у него сбоку, такие вот какие-то наросты на морде. И вот кто это, самец или самка? Вот этих же у других совсем другие мордочки. Вот они игривые. Видите, как мордочки отличаются? Может, и мамаша? Это ее дети. Вот они друг друга любят. Это мамаша, точно. Наверное, такие вот мордашки у самок. Может быть, кто-то уже видел видео. Но это англоязычное. У англоязычного блогера. Как самка орангутанга. Вот она именно выглядела с такой мордой. Я думаю, что все-таки самка. Поцеловала живот беременной. Беременная сидела рядом к стеклу, близенько-близенько. И вот самка так рассматривала этот живот, а потом поцеловала его через стекло. Так интересно было. Я говорю, самка. Ну, они так сказали, что самка. Поэтому я повторяю. И вот этот орангутан был точно с такой вот широкой мордой. Так что, возможно, самка все-таки. Я не знаю, может, у самцов тоже такие. Но вот у детей же нет таких широких морд. У них узенькие. Ладно, пойдемте, пойдемте дальше. Не знаю, что еще тут найду интересного. Чтобы вам именно интересно было смотреть. Мне-то все тут интересно. Только вот на съемке не всегда все получается так, как это вижу я. Поэтому я снимаю даже не все. Вот, разлегся, красавец.
только что разобралась. Вот этот вот мордастый – это мужичок, это самец. А самки без вот этих вот наростов на мордашке. А вот задумчивая та, которая сидела рядышком, близенько к стеклу, это Дейзи. Она очень любит рассматривать все, что ей посетители показывают. Вот она, лапочка. Вот она, девочка. Она очень любит с людьми общаться. Она просто вот сидит и смотрит на то, что вы ей там показываете. Сейчас она спряталась. Иду отсюда. Я сейчас в разделе Австралия. Вон, гляньте, на какого красавца. С такими кучерявыми крыльями. Вам видно? Какие у него крылья кучерявые. Концы завитые. Какой хорошенький. Ну, там какие-то уточки такие диковинные. Вообще, конечно, что значит зима? Всех животных увезли. И вот самые стойкие здесь остались. На этом птичьем озере. О, сейчас страуса вам покажу. Вот страус. Можно его раскрыть, да? Видите, там вот за сеткой. Понравилось, что я его разглядываю. Видите, как он отвернулся. Он сначала так внимательно на меня посмотрел, а потом начал вот такое вот что-то выделывать своей шеей. Как-то так отворачиваться. Недоволен он. У них тут ягоды красивые. А вот какие они, королевские птички. Не было уже павлинов в этот раз, не знаю, может просто поздно. Может вообще их уже здесь нет. А что-то он за мной ходит. Вот я ему не понравилась, а он же все-таки идет, преследует меня. Вот я иду, да, вдоль клетки, и он решил... Гляньте, какой интересный. Или это другой? Нет, тот же. И вон там кенгуру. Или что это? Нет, это валару. Ну, валару, наверное, разновидность. Кто в Австралии живет, тот все знает. Об этих кенгуру, валару. Еще там всякие есть сумчатые. Не для меня все кенгуру. Симпатюлечка. Гляньте, кто у меня тут под ногами ходит, я его преследую. Ой, хороший мой какой. Испугался, что ли? Ему кто-то отвечает, слышали? Лапочка. Вот тоже прямо под ногами у меня ходит. Куколки такие. Теперь он ко мне идет. Думаю, я его накормлю. Гляньте, вот видите, вот мои. Я думала, он меня сейчас пощипывать будет. Мои кроссовки, и он прямо рядышком. Видите? Да, сейчас он меня на вкус попробует. Ты моя хорошая рыбочка. Ну что, вкусные штаны у меня. Вот этот тоже меня хочет на вкус попробовать, но боится. Такие красочные. Это мне понравилось. У меня ничего нет. Все, разочарованный отвернулся от меня. Ну, я тоже пойду. Все, твое имя Утя. Утя меня теперь будет преследовать. Вообще-то я поняла, что они летают. Только что видела, летают. Там сетка натянута. Вот, видите, сетка. Так что они могут тут немножко подлетывать. Вот Утя за мной пошел. Утя, Утя, Утя. Вот так вот. Вот так вот. Все, пока, Утя. До следующего раза. Ой, вот они тут, Утей. А как же я пройду сейчас? Или это другие? Нет, такие же. Такие же. Синеклевые. А вот какая красотища плавает, а? Белый лебедь.
уток гоняет. От нечего делать, скучно ему. Он второй плывет. Корабль. Видите, какой воинственный. Король уток.